Маргарита, отдай. Маргарита, отдай. Макдональдс. Вот такие вот лаки для ногтей. Ксюшка купила Маргарите. Вот один плавает. Прям такой вот. Все, пока. Спокойной ночи. Всем привет. Единорожка, привет. Испугалась, что ли? Привет. Как дела? Ой, какой. Ну что, выращиваете уже своих там динозавриков? Кто там такие? Триопс. Да, в общем, это Триопс. Динозаврики какие-то, не знаю, динозаврики или рыбки. То, что Ксюшка с Маргаритой выбрали, когда был челлендж. У них триопс. Да, выбрали таких вот, не знаю, тут динозавры какие-то нарисованы, триопс. Типа вот такие вот вырастают, ну не знаю. Батарейка села, камера выключилась. Так, а вы их тут подсвечиваете, что ли, лампой? Да, нет, надо. А почему только желтый? Свет. Желтый свет? Да, потому что как, это как солнце. Ага, понятно. В общем, выращивают они вот таких вот уродцев. Я не знаю, как их назвать, они такие страшные, как инопланетяне, честно. Сколько их тут штук? Они разные, что ли, бывают? А у вас какие? У вас такие? Да. Триопсы? В общем, два дня уже вот это вот тут водичка с каким-то сеном, да, и говорят, нужно 3-4 дня, и тогда тут что-то появится. Три штуки. Три каких-то там динозаврика, не знаю, водяных. Смотри, а если есть, ничего не появится? Тут есть, да, появится. Тут, а вы хоть на YouTube, смотрели хоть такое? Нет, нужно найти. Мы должны посмотреть. Мам, смотри. Это для них еда? Да, это. Понюхай, пожалуйста. Не хочу нюхать. Дай. Ну, обыкновенный корм, ничего такого плохого. Пахнет. Как от зайцев. Как от зайцев. Да, ну чуть-чуть вымыли. Ничего таким. Смотри, да вот такие вот штучки у нас будут. Вот такие триопс. Да. Там есть еще и вот эти. А это какие-то эти креветки. Да. Папа, кстати. А вы выбрали такие? Да. Угу. Там других не было. Понятно. Ну что, будем ждать. Мама, когда... Я пока ничего не вижу, ничего. Мама, когда они вырастут, когда они будут кушать, надо с этой штучкой, надо одну вот сюда, одну вот сюда. Честно, когда они будут честно кушать. Тут... И вырастают какие они? Где-то вот такие вот? Не, больше. Больше? И сначала они вот такие. Но сначала они маленькие появляются, потом больше и больше. Вот такие. Господи. И вот такие вот страшные будут плавать. И потом надо покупать... Лучше бы рыбок купили нормальных. Там не было рыбок. Ой, в общем, посмотрим. Надо покупать больше аквариум. Будем следить. Я даже не знаю, где там, что там находится, потому что здесь только одно сено плавает. И на дне там, я не знаю, где там какой-то триопс плавает. Его пока нет. И что, можно трогать или нет? Может, ну, вообще-то не можно да. трогать? Ну, вообще-то нет. А водичку надо менять, что ли? Да, каждый день. Господи. Каждый день горячую. Смотри, да. тут градусник. Это градусник. А как она... Он как... А, здесь видно 22 градуса сейчас? Да. А сколько должно быть? Ну, вообще-то 22. Угу. А, и когда они уже вырастают, надо каждый день менять по горячей воды, чтобы оно было... До конца? Вот здесь? Да. И вам надо это? Если когда они нам не будут нужны, я в туалете возьму все. Смоешь в унитаз, да? Ой, мамочки. И сколько они живут? Не знаю. Господи. А если Макс с Каролиной возьмут и... Нет, не съедят, но... У меня были тритончики. Два тритончика были. Ладно, в общем, будем ждать. Что у вас там, вылупится, не вылупится? Завтра они тоже. У нас что-то такой ветер там дует. Ой-ой-ой, буря. А куда всегда... Дротики, вы тренируетесь кидать? Да. А где эти дротики? Ксюша брала. Смотрите, а то если ребята наберут 20 тысяч лайков, то тогда снимаем еще один. Ура! Мне не надо. Ты уже не хочешь играть? Не хочешь? Нет, я хочу, но я не буду тренироваться. А, ты не будешь тренироваться? Ну, Ксюша у нас меткая. Маргаритке нужно тренироваться, чтобы ей повезло больше. Где дружки? Знаешь, а с папой играть опасно. Папа у нас, знаешь, какой меткий? Папа очень хорошо играет, я не очень. А куда ты убрала, Ксюш, дротики? Ну, как ты туда так залезла? Высоко.
Так что я не очень кидаю, так что нам нужно с Маргаритой тренироваться, чтобы в следующем выиграть. Ну-ка. Да, только два. О, я попала в этот, в Starbucks. Только у нас уже другие там будут. Нужно побольше сделать. Можно другие дротики купить? Нет, дротики такие будут. Я попала в манор. Выходите. Давай кидай, Маргарита. Мороженое. Почему всегда 5 франков? 5 франков? 5. Ты посмотри, на что похожа наша карта. Нам нужно делать новую. Она вся истыкана. Новую клеить, новую. Да, нам рисовать. Нужно заново рисовать, клеить. Нет. Clears. Только уже будем делать, допустим, поменьше, потому что нужно больше всего. У нас же будет больше человек. Да, да. Тогда нужно, значит, эту разделить на столько, эту напополам. Кстати, Ксюшка Маргарите вчера купила лак для ногтей. На свои деньги, которые она выиграла, да. И они накрасили. Вот, Маргарита ногти накрасила. Там 6 штучек. Там 6 разных бутылочек. А где этот у тебя шпионский набор, да, он? Это мы тоже. Детективный набор, да, тоже вместе они выбирали. Насчет наушников тоже девочки вместе слушают. Если Маргарита захочет послушать наушники AirPods, то Ксюшка ей, конечно же, дает. Я, кстати, вчера тоже слушала с твоими наушниками. А, так я смотрю, поэтому у вас разрисован пол. Я вон там нашла разрисованный. Да, потому что мы... Не надо. Сейчас полы будете мыть. Вот такие вот лаки для ногтей Ксюшка купила Маргарите. 30, ой, здесь 6. 6 цветов разных. Наборчик от Clears. Там еще другие цвета были, но они мне не понравились. Только эти понравились. Особенно я взяла этот набор из-за золотого. Угу, очень красивые, можно смешивать. Один пальчик такого цвета, там все такого, еще сверху блесточки. Почему он сразу так хорошо кидает? У меня так хорошо получилось. Смотри. Тренируйся. Ну вот, попала. Apple и Starbucks. Угу. Осторожно сначала. Маргарита, ты надо должна смотреть же, целиться, а не просто так кидать. Это зачем они это делают? Смотри, я хотела вот сюда. Подожди, Маргарита. Манор. Макдональдс. Старбакс. Что? Кто это сделал? Мы вдвоем. Двухэтажный? Макс. Вау, круто. Это гараж. Круть? Макс. Мама, смотри, у нас есть. Здорово? Стрелки. Нравится тебе? Стрелки, у вас даже гараж есть. Это круто. Я бы не смогла такой построить. Это единороги построили. Да. Единороги построили. Молодцы. Мам, у нас зоопарк. Рыбки, зайчики, кошки, собаки. Скучно, на улицу не пойдешь. Угу. Сегодня дождик идет у нас. Вот так вот у нас погодка меняется, ребят. То снег, то в куртках ходим, то в шапках. Тут, значит, резко раздеваемся, потому что 20 градусов тепла. Потом дождь. Падает до 10 градусов. И, скорее всего, наверное, на этой неделе будет еще и снег. Правда, передают. Скорее всего, будет снег. Как мокрые. Да, может быть и снег. Что ты хочешь? Сейчас мы кушаем. Так, садимся кушать. Приятного аппетита. Что-то, ну не пей. Это персиковый сок. Мне нравится. Очень вкусно. Зачем подушки таскать сюда? Макс, тебе жестко сильно, да? Да, очень. Ну зачем? Ты сильно высоко, Макси. Ты не сможешь залезть, нет, смотри, что делает, а? А как ты залезешь теперь? Я. Да. Ты вместо фламинго, что ли? Ты вместо себя фламинго садишь, да? Макс, ну что делаешь?
нравится. Вот это мне нравится. Ну что? Яблочко и драхенфрукт. Что за драхенфрукт? Это драхенфрукт. Дай. А, понятно. И чудесие. Это мой любимый. Понятно. Маргарита, не увлекайся кетчупом. Ты кого там сделала? Собаку, курицу, копана дубашка. Тут шарики надувают. Такие вот штучки вставляются. Вот из них надуваются. Шарики. Маргарита, отдай. Маргарита, отдай. Марго, отдай шарик. Мам, мама, мам. Это уже лопнул шарик. Все, ну маска. Все, я уже сильно надула. Маргарит, не надо, не трогай. Животное получилось какое-то. Опс, падает. На. И когда ты придешь? Завтра. Во сколько? Не знаю. Что вы будете делать? Время уже 9 часов. Сейчас спать будете? Мама. А Ксюша, ты не хочешь идти? А что? Иди с Маргаритой. Ксения, ты можешь ли говорить watch? Если хочешь, иди. Не знаю. Думай быстрее. Нету там еще никого. Пойдешь, нет? Да. Ну иди давай. Так будешь спать? Нет. Щетку возьми зубную. Шоколад кушала. Подожди, Маргарита. А кто здесь кушал я шоколад? Ксюша вообще-то кушала. Все? Вы должны будете поперек лечь спать. Не вот так вот, а поперек. Тогда поместитесь. Поняла? Значит, там холодно, будто в этой нефти. Ты можешь не укрываться и спать. Можешь не укрываться и спать, и все. Тебе жарко не будет, и холодно не будет. Зайку возьмешь? Ну все, давайте. Идите. Только не шумите там. Не балуйтесь. Каролина, открой дверь. Не пускай. Открой дверь. Нет. Дай мне деньги, говорю. Дай мне деньги, говорю. Дай ему деньги быстро. На. Все. Спасибо. Пока. Хитропопый какой. А здесь тоже опять деньги. Опять деньги. Все, идите. Открывай дверь, Макс. Макси, уходи. Все, пока. Спокойной ночи. Ребят, пока девочек нет, я тут решила посмотреть, что же у них тут творится, где у них эти триопсы, как они называются. И знаете, я увидела 3 штучки. Они такие маленькие. Вот навряд ли вы увидите, но они очень-очень-очень маленькие. Очень прям вот, не знаю, меньше миллиметра. Вот один плавает. Прям такой вот. Но вы не увидите, они прям очень маленькие. Через камеру не видно. Так что здесь есть 3 штучки. 3 я увидела. А значит, они будут расти. Только нужно их, наверное, кормить. Я даже не знаю. Вот один прям на поверхности плавает. Они прям такие маленькие-маленькие, малюсенькие. Я их еле как разглядела. Один прям на дне, другой вот на поверхности. Ну, так их не видно. Ну, в общем, они должны расти. А как их и когда их кормить, это нужно уже у Ксюши спрашивать, потому что они читали вот эту книжечку.
Они знают. Почему вот такие вот штучки должны вырасти. Я не знаю, какого размера они будут. Сантиметра 3-4 вроде. Вот, так что будем ждать, когда же они вырастут. Мне аж самой интересно стало. Да, Макс? Тут вот что-то показано. Один на третий, на четвертый день. Вот оно уже такое будет. Не-не-не, не надо. Вот видите, вот первый день, второй день зачеркнут, третий непонятно. Что тут вытаскивать надо или что-то им давать, может быть. И вот на четвертый день они должны уже... А, их нужно, когда их... Нет, Макс, не надо. Когда их нужно кормить, их вот так вот рассаживаешь. Одного сюда, другого сюда, другого сюда. Отдельно. Но только это они должны вырасти. Как их можно рассадить, если они такие там маленькие? Они так быстро вырастут, что ли? Ну, в общем, ладно. Будем вам показывать. Будем следить вместе с вами, как они у нас будут расти и что они будут делать. Потом их нужно вот кормить вот этой штукой. Да, только не трогай. Уже нельзя трогать, потому что они там уже плавают. Они такие маленькие, что же страшно. Их если дотронешься, еще убьешь. Да, нельзя трогать. Так что вот так вот, ребятки. Все, пойдем спать. Девчонки ушли. Оставили нас до завтра. Завтра будет следующий влог. Сегодня он, наверное, такой коротенький получился. Не знаю, буду монтировать, посмотрим. Так что, ребятки, всем пока. Всем спокойной ночи. Пока-пока.